Один из важнейших приоритетов деятельности Сибагро – улучшение благополучия жителей на территориях присутствия. Социальные инвестиции компании вносят существенный вклад в создание благоприятной и комфортной социальной среды в селах, где расположены производственные площадки. Для повышения качества быта местного населения холдинг реализует большую социальную программу. Так, недавно в селе Хорошилово Староскольского округа компания установила современную детскую площадку. Каким бы вопросом ни обратился, все время отзываются, помогают. У нас взаимоотношения близкие, помогают селу. Обратились за помощью об установке детской площадки. Площадка была старенькая, пришла в негодность, обратились, вот установили новую площадку. Жители благодарят за это, потому что детишек тоже много. Большая работа ведется и в местном храме великомученика Дмитрия Солунского. Эта церковь старейшая среди сел округа. Осенью ей исполнится 200 лет. Совместно с прихожанами и подрядными организациями компания «Сибагро» осуществляет работы по ремонту и благоустройству храма. Также компания регулярно проводит субботники, высаживает деревья и растения и в Хорошилово, и в селе Роговатом. «Сибагро» нам помогает часто, значит, помогает учреждениям социальной сферы, школе, помогает администрации. Ежегодно в День Победы компания поздравляет и дарит праздничные продуктовые наборы ветеранам, труженикам тыла, вдовам погибших в Великой Отечественной войне, семьям погибших в СВО. Школьникам фирменные подарки вручают на День знаний и всем местным жителям в Дни села.